если бы не тренер, хрен бы сюда приехал. Я таким людям предлагаю просто тогда сразу со мной идти побороться. Их повезут отсюда в клинику травматологии и ортопедии. Почем 2 балла сегодня? 2 балла? Да за пятихатку. Привет, Привет, я фрикс. У нашего БЖЖ есть будущее. Не, ну крутые дети. Гораздо круче многих наших синих и пурпурных поясов, на самом деле. Ты прямо по фамилии можешь вот назвать вот этих синих и пурпурных поясов? Завтра будете выкручиваться, как придется. Окей, успехов тебе сегодня. Спасибо. Ты понял, что они сказали вот это куликуляра? Паро. Паро, я понял. Сказали, что извиняются за что-то. Дим, можно? Правда, да, говорят, что ты после этого чемпионата решил завязать с джиу-джитсу? В принципе, я не хотел это озвучивать раньше времени, но...